Привет, привет. Еще раз я здесь. И это он мой собак. Скутер. Малыш. Да, очень симпатичная собака. Я знаю его. Но сейчас я вернулся из Вашингтона, Д.С. Из столицы. Да, я был там за работу. За работу я работал как я продал как я не знаю, системы для домов. Как сказать? Может быть, есть человек, который украли все вещи. Я продаю как алармы, я не знаю, системы дома. Не знаю, как сказать, но сейчас еще раз я в штате Вашингтон с родителем. Я жду, когда я вернусь в Техас. Но я прочитал книгу, называется Outwitting the Devil, от Наполеона Хилла. Очень интересный. Я думал, что моя мечта? Я видел внутри себя, что я хочу делать в этой жизни. И моя сестра тоже здесь, она вернулась из работы. Ариана, say hello. YouTube. Да, моя сестра, она тоже говорит по-русски. Немножко. Да, это она. Ну да, я хочу... Моя мечта в жизни — открыть школу языков. И готов. Я начинаю изучать по-итальянски, тоже по-арабски. Я не знаю, как сказать по-русски, но язык, который говорят в странах, как Иран, Ирак, Марокко, Кувейт, эти. Но это все. И пока.